Меня зовут Влад, мне 38 лет. С 2006 года я занимаюсь спидскейтингом. Каждый год выезжаю на международные соревнования, что-то выигрываю, что-то проигрываю. В общем, все как обычно. Я тренируюсь порядка 5-6 раз в неделю. Когда позволяет погода, катаемся на роликах. Когда погода не позволяет, либо велосипед, либо бегом, либо тренажерный зал. Я, как и большинство людей, работаю в офисе, но в отличие от большинства людей, к счастью, не имею кредитов. Мой ник ЖЖ – Готли. Это ничего не значит, просто сокращенное от имя Готли без «Б», потому что «Б» было занято. ЖЖ дало возможность, в первую очередь, познакомиться с большим количеством прекрасных людей из разных стран, социальных слоев, с различными увлечениями и взглядами на жизнь. Мое любимое сообщество в ЖЖ – это РУАВТО. Во-первых, это весело, во-вторых, всегда пишут какую-то ерунду, а иногда даже бывает про автомобили. Мне не очень нравится, что в последнее время в журнале стало гораздо больше политики и меньше живого общения. Конечно же, я люблю пятничные сиськи в ЖЖ. Во-первых, это красиво. Занимайтесь спортом. Всем удачи!